Перед вами велосипед Aston. Сейчас я покажу, как его сложить. Наши части – колеса, компоненты рамы, рулевое колесо, инструкции, сиденье, капюшон, родительские рукоятки, боковые защиты сиденья и аксессуары. Сбоку начинаем с задних колес. Вставьте их в отверстие в раме до щелчка. С другой стороны продолжайте те же операции. Следующий шаг. Установите брызговик на вилку. Важно! Выемка на брызговике должна быть спереди. Для установки используйте винт, входящий в комплект. Теперь снимаем винты с вилки и соединяем вилку с передним колесом. Всовываем вилку на пластиковые штифты на переднем колесе. Затем соединяем элементы крепежными винтами с обеих сторон. Соединяем два уже собранных элемента. Вынимаем винт из вилки. Надвигаем отверстие в раме на вилку с передним колесом и сильно прижимаем. Теперь руль. Привинчиваем к нему звонок. Надеваем чехол. Вставляем руль в раму. И соединяем эти два элемента винтом. Затягиваем винт. И сдвигаем чехол вниз. Следующий этап – это установка тяги. В боковой части передней вилки есть отверстие. Вставляем в него конец тяги и сгибаем ее. Крепим в отверстие сзади. Затягиваем винт. Таким образом мы соединяем руль ребенка и рукоятку родителя. Теперь устанавливаем основание сиденья. Надвигаем его на выступ на раме, широкой частью назад. Теперь перейдем к сборке сиденья. Застегиваем молнию на накладке с задней части спинки. Вставляем боковые накладки в отверстия по бокам сиденья, а затем проворачиваем, чтобы зафиксировать их. На боковые бамперы надеваем материал, образующий блокировку между ножками. Так смонтированное сиденье сейчас установим на раму. Под рамой велосипеда есть ножка для ног. Сдвигаем серую накладку вниз и отгибаем подставку для ног. Теперь накладываем сиденье на его основание. И снизу затягиваем их серой гайкой. Пришло время установить капюшон. Вставляем его в отверстие сзади спинки, вот в эти. А потом фиксируем, опуская оба рычага. Ремни безопасности крепим с помощью крючков к раме капюшона. Корзина! Крепим ее сзади велосипеда с помощью этого крепежного винта. Прикладываем и затягиваем. Теперь рукоятка для родителя. Она состоит из двух частей. Просто вставляем верхнюю в нижнюю и таким образом соединяем. Рукоятка имеет два отверстия для установки ее на двух высотах. Устанавливаем рукоятку сзади велосипеда, вот в это отверстие. Всовываем ее, пока не выдвинется серебряный штифт. Подстаканник устанавливаем, вставив ее в этот элемент на рукоятке для родителя. А карман помещаем здесь. Застегиваем липучку. Велосипед Aston готов. Теперь разложить капюшон и накладку. Чтобы изменить направление сиденья, отвинтите гайку под рамой. Сдвиньте сиденье и снова затяните гайку. Аналогично передвигаем сиденье вперед и назад. Перед первой прогулкой отрегулируйте длину ремней для ребенка. Для самых маленьких детей раскладываем подставку для ножек и блокируем педали на переднем колесе. Для детей постарше прячем подставку для ног. На колесо все равно работает, независимо от педалей. Чтобы малыш сам мог крутить педали, следует разблокировать колесо. Когда ваш ребенок вырастет, Aston легко трансформируется в самостоятельный велосипед. Снимаем капюшон, родительскую рукоятку, накладку сиденья и тягу. Автономный велосипед для старшего малыша готов. Это все, что я хотел рассказать вам о велосипеде Aston.